Нет возможности поехать в тропики – не проблема. В Бобруйске есть свои. Прямо в центре города – экзотический мир. В выставочном зале – экспозиция попугаев. Все разные, но очень уж красивые. Пернатых больше 20 видов. Королевские жако, кольчатые, сливоголовые, солнечные, черноголовые, аратанга. Знакомьтесь, Кроша. Большой, желтохохлый кокоду. Ему 5 лет. Попугай – говорящий. В его запасе больше 10 слов. И, конечно, он очень любит внимание. Есть и правила поведения. Попугаев нельзя кормить, злить и стучать по клетке. Зато можно фотографировать, разговаривать с ними или просто наблюдать. Администрация выставочного зала уверенно заявляет, бобруйчанам экспозиция пришлась по душе. Приходят взрослые, дети и целыми семьями. Больше всего в выходные дни ходит, но так очень много людей. И с детками, и у нас существует такой конкурс. Приносишь рисунок и получаешь сладкий приз. Может, даже на месте рисовать, некоторые вот рисуют. Попугаи в Бобруйске впервые. С их появлением в выставочном зале всегда шумно и весело. Щебет и пение сопровождают экспозицию. Пернатые никого не оставляют равнодушными. А ты до этого когда-нибудь попугаев видела? Да, у меня дома такой же. И ее зовут, мы назвали другим именем, Полли. А какого цвета Полли? Такого же, как же здесь. Ну скажи, красивый попугай? А какой самый красивый? Вот этот. А какого он цвета? Белого. Столько попугаев, ну, разных, очень интересно. Самому интересно очень. Никогда столько не видел. У мамы попугай, у сестры попугай. А столько класс. Большие и разные расцветки. Познакомиться с птицами можно по адресу Социалистическая 100. Время работы ежедневно с 11 до 19 часов. Цена билета – взрослый 6 рублей, детский 5. Завершится выставка 24 октября. Карина Гуревич, Максим Галионко, Бобруйск, 360.